Ребята, привет! Меня зовут Раиль, и сейчас я вам хочу показать неизданные реакции с последнего выпуска чат-рулетки на моем канале «Хижина музыканта». Обязательно посмотрите основной выпуск по ссылке в описании. Не забудьте поставить лайк и написать любой комментарий. Погнали! Ой, блядь! Что там было, интересно? Что вас испугало? Мы ежика увидели. Пипиську? Ежика. Настоящего? Да. Мужик какой-то показал. Ну ладно, хоть этот не свой ежик показал, а настоящего. Настоящего. Вы этот, в ТикТоке-то сидите хоть? Сидим, да. Но тебя не видели, если ты снимаешь. Не снимай, я хочу вам песню из ТикТока спеть. Типа она вчера вышла. Может, вы ее знаете? Ну давай. Но такие вещи, конечно, на гитаре не поют, потому что не камильфо. Так. Я искал себя, вот теперь я здесь. Но до сих пор за мечтой иду в темный лес. Сложно все оставить, оступился, время есть. Все расставить по местам. Если хочешь, сделай сам, просто сделай сам. Хочу себе синий-синий-синий Ламборгини. Новый синий гений ожидает в магазине. Я ловлю удачу, будто бы китаясь блин. Новый синий гений ожидает в магазине. А ты снова синий-синий-синий, словно Илон. Да, узнаю. Молодец, красиво. Да, молодец, супер. А вот что там у вас на стене? Это кто такие? Мужчины. Мужчины. Красивые мужчины. А и для чего? Не забыла. Ей так нравится. Это актеры же. О, Дэниел Рэдклифф вижу. Да, вот там. Там Малфой есть. Том Фелтон. Но... Том Фелтон, это круто. Да, рядом тоже стоит, да. И над ним кто у нас? Самый главный вампир, да? Роберт Паттинсон. Красавчик нереальный. Да, весь в меня пошел. Че, может, вспомните, я говорю, песню какую-нибудь? Из нервов что-нибудь. Нервы? 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 Ну да, давай. Давай. Какую песню? Любую. Вот такая есть старая, может, знаете. Вы все песни знаете, Нервы? Я, да. Смотри. Оба. Счастье мое быть с тобой вдвоем. Счастье мое возвращаться домой. Когда вокруг бесконечный бой. В моем сердце мир, в моем сердце покой. Я не хочу искать сотня других, черты которых не видел тебе. Ты заменила мне целый мир, и я спасу этот мир от всех бед. И не такая, как все, все не такие, как ты. Но мы друг друга нашли все наши мечты. На моем плече засыпает мое счастье, счастье. Счастье мое быть с тобой вдвоем. Сердцем покой. Классно. Да, красиво поешь. Тетя, меня тетя. Она немного ниже меня ростом. Ее глаза светятся, будто космос. Ее глаза цвета темной печали. И для нее корабль мой печален. Она не любит сигареты и алкоголь. Мне ничего не жалко. И не важна и никакая мода. Если она наркотик, буду наркоманом года. Чего? Классно поешь. Спасибо. Как дела тебе? Нормально, у тебя как? Хорошо. Губы свои? Конечно, мои не чужие же. Ну, типа, не надутые? Нет. Тогда вообще кайф. Красиво идет. Оставишь свой инстаграм или нет? Подписчик, девочки. Новый подписчик подъехал. Ну. А чего вас так много? А мы тут отдыхаем. А мне тоже надо.
нужно. Что вы хотите, что у меня сейчас стало 404 подписки? Во сколько там, 400 человек, я думаю? Императрица, что ли? Нифига ты не все взяла. Нормально. Ребята, и снова появилась классная возможность выиграть электрогитару от музыкального магазина Skiff Music совместно с Лео из Hellscream Academy. Но в этот раз они разыгрывают не простую гитару, а гитару-лопату. Скорее участвуйте, условия даже проще, чем в прошлый раз. Их я оставлю в описании под видео. Кстати, магазин уже базируется в трех городах: в Москве, Питере и в Самаре. Обязательно заглядывайте в гости. Весело у вас. Из тебя прям угорнули, Кристин. Привет, как дела у вас? Нормально, у тебя как? Да тоже потихонечку. Братья, у меня же тоже гитара есть, я только струну наебнула. Да? Я, короче, дура какая-то, я взяла зажигалку, поднесла ее к стране, думала, типа, ну что будет? А она просто взяла и порвалась. Я думаю, вы тоже видите то, что находится за моей спиной, да, ребята? Это золотая кнопка за 1 000 000 подписчиков на канале Хижина Музыканта и чуть выше за 100 тысяч подписчиков именно на этом канале. Огромное спасибо за то, что подписываетесь, смотрите, лайкаете. Блин, вы лучшие. Обожаю вас. И привет. Привет. Блин, только ты тоже не зависай. Почему все зависают сегодня? Интернет, что ли, плохой? Я зависа? Наверное, у меня... Нет, ты, кстати, отличный качество тоже. Блин, ну я просто свет поставил, там уже здесь темно, поэтому хорошее качество. Свет решает, если ты поставишь свет, у тебя тоже будет. Ну, лампу поставишь, если. Я люблю в потемках сидеть. А-а-а, ночная бабочка. Да что ты, черт побери, такое несешь? Ну, тепло. Этот, Камбулат, знаешь песню? Какую-нибудь. Вот такую, смотри. Она немного ниже меня ростом, ее глаза светятся, будто космос. Ее глаза цвета темной печали, и для нее корабль мой причалил. Она не любит сигареты, алка, и для нее мне ничего не жалко. И не важна ей никакая мода, если она наркотик, буду наркоманом года. Она чистая, как слеза, но я сделаю все, чтобы не видеть их. И ты не плачь, пусть плачут небеса, ведь я построил этот мир только для нас двоих. Посмотри в мои глаза, там моя любовь, руки в двоих волосах, там твой вновь. За собака. Да, я тебя знаю, черт возьми, прикинь. Да? Я тебя знаю же по-любому. Ты меня? Подожди, ты ведь ведешь YouTube-канал? Скажи, что ведешь, и Instagram ведешь. Веду, конечно. Конечно, блин, круто. Я а на ты тебя что, смотришь? Короче, я на тебя вообще давно была подписана, но потом в моей жизни произошла одна история. Я, короче, начала заниматься сетевым бизнесом и поняла, что у меня очень много подписок. И то есть я отвлекаюсь в Инстаграме. И, короче, я отписалась от всех, в том числе отписалась от тебя. Ах, ты негодница, я нашел тебя, да. Суть в том, что у меня подруга, ну, училась играть на гитаре, и я такая загорелась, и я тоже купила себе гитару, и потом я смотрела твои видосы и училась, короче, на гитаре играть, прикинь. Прикольно. Но бизнес оказался важнее все-таки, надо же чем-то кормить. Да, но, блин, ты очень классный, и улыбка у тебя крутая, прикинь. Прикинь, я тебе в жизни это сказала. Охренеть. Да. Ну, жизнь еще может быть более реальной, это если при встрече имею в виду. Да. Не, а у тебя тоже улыбка шикарная. Я из Казани. Из Казани? А я сейчас в Екатеринбурге нахожусь. О, а так близко. Из Костромы. А, из Костромы. Все? Тогда найдемся. Все. Да, пока. Давай, спасибо. Подожди, нет, сыграй еще что-нибудь. Пожалуйста. Ну, назови сама песню. Да. Блин. Знаешь, что хочу? Сейчас. Альфа, песня. Как она? У кого она? Я забыла, я тебя увидела. Ты что, думаешь, я Ливана Горози буду петь? Нет, подожди. Иван. Подожди. Ты моя Омега, я твой Альфа. Я думал, этот Омега же лететь есть. И лететь по белому свету. О, давай вот эту. Вот эту. Все, я хочу ее. Давай. Точно? Да, я видишь, переубедил. Все, давай, я вместе с тобой ее повою. У меня голос не такой, конечно, как у тебя, но...
Ну, имеется, будет, скажи. Будет кайфово, давай. И лететь по белому свету, став одним движением ветра, оставив куда-то вдаль. И не думать, как приземлиться, а у звезд в облоте учиться, оставив все то, что жаль. Да? Вообще кайф просто. Спасибо тебе огромное, ты мне настроение поднял. Я искал себя, вот теперь я здесь, но до сих пор за мечтой иду в темный лес. Нужно все оставить, оступился, время есть, все растает по местам. Если хочешь, сделай сам, просто сделай сам. Хочу себе синий-синий-синий Ламборгини, новый синий не ожидает в магазине. Я ловлю удачи, будто бы китайский мир. Новый синий гений ожидает в магазине. А ты словно синий-синий-синий, словно гений. Вот так. Очень круто. Тебец. Что такие? Удивленные. Да, вообще классно. Прикольно. Спасибо, что послушали. Я думаю, после просмотра данного видео у вас возникло дикое желание научиться играть и петь. Советую вам пройти именно мою школу по моей методике обучаться. Ссылочки на видеокурс и школу гитары и вокала в описании под видео. Изучайте, играйте любимые песни и становитесь лучше. Всем пока!